Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Zombie Defense. Ну что же, Сталинград, сегодня мы, наверное, с вами допройдем. Но прежде мы, наверное, заберем весь ревард, который нам доступен, конечно же. Так, давай здесь посмотрим. Ага, Библия нам достается, а здесь просто 45 очков опыта. Хорошо, отлично, у нас есть возможность подраться с боссом. Естественно, друзья мои, пойдем. 5 горючки потратим. Ничего страшного в этом нету. Тихо. Ой, зря я, наверное, это сделал, хотя нет, нормуль. Слушай, ну смотрите, как мы его тут разносим. Ух, снайпер там наяривает, будь здоров. Так, все, миссия выполнена. Довольно быстро и легко. И мы с вами зарабатываем ящик. Этот ящик непростой. Так, мы еще тут что-то заработали. Так, 90 золота и 45 опыта. Шикарно. Так, друзья мои, что ты моргаешь-то мне здесь? Я не хочу смотреть это все за рекламу. Друзья мои, ну-ка давайте-ка открывать с вами сундуки. В конце концов, если это можно назвать сундуками. Так, нам достается клевер. Дальше, о, карточка на этого вышибалу или громилу. Я не знаю, как его назвать. 5 горючки, что потратили, то и вернули. И какой-то витаминизированный сок. И опять еще одна библия. Так, и также откроем с вами, пожалуй-ка, скиллы, да, для нашего... Оу, это что такое, друзья мои? Видимо, оу, ничего себе. А вот эта вот карточка, друзья мои, она же только в суперпаке, да, выпадает. Хм, слушай, ну неплохо нам выпадало-то здесь. Очень, ох ты, у нас еще один сундучок. Давайте обязательно вскрывать и смотреть, что нам здесь выпадет. Так, сок ЦА. Сок, так, 5 бензина. Опять же Библия. Библия фиолетовая и клевер. Да, друзья. А что у нас по деньгам? 3600 голды. Слушай-ка, этого маловато будет. Мы можем с вами... Кстати, вы посмотрите, друзья мои. Нам не хватает всего лишь каких-то 3 зомбарей открыть. Но это на данном этапе. Вы не забывайте, что эта игра, как сказать, в раннем доступе. И она постепенно обновляется. Правда, хотелось бы, чтобы это обновление шло намного быстрее, да? А то мы с вами проходим. А потом нам приходится все заново проходить. И меня это опечаливает. Ну ладно. Была не была, где наш там Сталинград? Я хочу попробовать его дальше, друзья мои, пройти. Возможно, мы увидим здесь оставшихся 3 зомби, которых нам не хватает в нашей коллекции. Ух ты, этот ящик, надеюсь, просто так здесь стоит. Ну, по крайней мере, он не активируется. Так, погнали, друзья мои. Я боюсь, что здесь будут зомби, которые летают. Вы помните, что они делают, да? Не очень приятные вещи для нас. Давай, радость, выходи. Давай-ка с тобой попробуем поджечь вон ту самую лужу, чтобы эти чудики тут горели в аду, так сказать. Ай-яй-яй-яй-яй! Тут прыгунок у нас. Вот что, друзья мои, оказывается. Прыгунок. Да, с ним... С ним тяжело сразиться, но мы, тем не менее, побеждаем. Так, автоматчик появляется мой. Так, оглушили малька. Так, давай-ка в ярость впадай, родной мой. И давай, уже накрывай их тут медным тазом. Опять, друзья мои, опять прыгун ползет. Срочно надо выпускать пожарного. Да ты посмотри, как он быстро... А, их тут двое! Их, друзья мои, двое здесь. Слушай, ну... Ты заколупал, а? Вот серьезно говорю, он заколупал. То есть, если я сейчас вызову свою барышню, да, естественно, он будет прыгать к ней. Поэтому я не буду вызывать, я буду вызывать одних пожарных. Слушай, да, ну-ка давай-ка вот так попробуем. Защиту, я не знаю, что это делает, друзья мои. Ну, на самом деле, я думал, что это будет какая-то определенная защита, но я что-то не заметил. Так, давай попробуем колесико. Что это, скорость, наверное, да? По идее, должна быть скорость. Ай-яй-яй-яй, автоматчик. Не успел он, к сожалению. Слушай, да что за ерунда-то такая-то, а? Друзья мои. У меня не получается. Как-то не хватает у меня мощей. Эти же прыгают только на стрелков, да ведь? По-моему, да, только на стрелков. Хорошо, давай попробуем так разобраться. В ближнем бою они зам... Что? Все, я понял, друзья мои. Он, оказывается, может прыгнуть просто-напросто на мой самолет. Вы это предполагали? Я лично нет. Теперь будем знать, что он прыгает еще и на самолет. Фигня тут полнейшая. Что он так разогнался-то? Эй, тихо, тихо, родные мои, ну-ка.
Да чтоб тебя. Так, друзья, по-моему, тут фейл. По-моему, они меня сейчас разнесут к ядрене фени. Да, уже разбомбили. Слушай, они слишком ли жирные их тут? Так, секундочку. Дай-ка я гляну кое-что. Где мои юниты? Что нам можно здесь взять? Так, дед. Этот дед у нас просто с дробовиком. Это ерунда какая-то. Это нам не годится. Так, что вот этот-то делает, сержант? Ну, он тоже как бы с дробовиком, но 7500 нужно. Понятно. Заморозка у нас есть. Есть аптечка. Все как-то это все не то, друзья мои. Это... Может быть, коробка или бомбу взять? Бомбу взять, да? Поджечь их там к ядрене фени. Даже, я даже не знаю, я в растерянности, если честно. Друзья мои, что это за уровень такой, а? 3,8. У меня хоть уровень сложности-то изи, изи стоит. Тут не поспоришь. Хорошо, давайте потратим с вами деньги, знаете, на что? На то, чтобы улучшить наших юнитов, наших бойцов. Так, ХП 10%, шикарно. Так, атака 10%. И удачи, удачи 10%. Апгрейд. Поехали дальше. Так, ХП 5%. Нет, нам нужно с вами 7%, да? Дальше, атака 10%. И удача 7%. Хорошо, я могу еще прапать? По-моему, могу. Так, 5%, 10% к атаке и 7%. Ох, друзья мои, пожарный сейчас будет лютовать. Ты извини меня, он 8 уровня. Ты представляешь, что он будет сейчас делать? Хорошо, давай тогда мы еще с вами, наверное, улучшим снайпера. А давай снайпера, действительно, почему бы и нет? Он же тоже... Тихо, подожди, подожди, мы можем вот так вот с вами сделать. А почему так мало? Плюс 3, смотри, вот здесь самое интересное. Здесь 5%, а здесь плюс 3. Что лучше, 5% или плюс 3? Не знаю, давай так попробуем. И удача 7%. Апгрейд, естественно, апгрейдик. Так. Давай тогда все, что у нас тут есть, вообще будем с вами делать. Так, 7% ХП. Так, к атаке давай 5%. И на удачу еще 7%. Пока есть, ребята, возможность у нас апгрейживать, да, и денег. Будем этим с вами заниматься. Давай, так, 7%. Дальше у нас идет к атаке плюс 5%. И на удачу 7%. Ух ты. Слушай, снайпер 5 уровня. Так, я не знаю, амбала этого... Или девчулю, может быть, девчулю все-таки лучше нам гренадира с вами улучшить. Потому что, ну, как тебе сказать, эти упыри прыгают на нее. Она должна как бы немножко за себя все-таки постоять. Не должна падать так быстро лицом в грязь. Она должна давать достойный отпор. Ну, это я так считаю. Слушай, ну, неплохо мы с вами так проапались. Я считаю, что очень даже неплохо. Я думаю, сейчас будет у нас команда просто найс. Так, а хватит ли мне вот 558? Не хватает, да, совсем маленечко. Я бы, конечно, поднял бы ему, наверное, 7 уровень. Потому что это наша основа все-таки. Что у него такое? Что там у него шанс? Что, шанс чего? На 8 этапе открывается, да? На 8 уровне. Погоди-ка, а что, у каждого что-то открывается на определенном этапе? Так, так, тут 75% защиты от огня, 75% защиты от яда и иммунитет ко взрывам. То есть ничего такого у него нету, да? А у тебя, барышня, ауе дамаг 100%. Странно. У нее есть просто ауе дамаг соточка, да? И также... А, мертвым. То есть она до этого наносила 100% дамаг только, видимо, живым, да? А после нашей прокачки она еще и 100% дамаг наносит мертвым. Ладно, давайте посмотрим, как это будет все у нас выглядеть воочию. Давайте, наверное, мы с вами вот так вот сосисочки, чтобы нам вылетали, чтобы я сразу тут мог плодить нормальную армию. Так, начнем. С чего начать-то? Я даже не знаю. Наверное, с пожарного, я думаю, да? Или же мы можем с вами сделать вот так.
Я бомбу не взял, дурак. Вот я дурдил это, я хотел, ребята, взять бомбу. Ладно, фиг с ним. Давай попробуем, короче, бросаем гранату эту. Ой-ой-ой, как шикарно. Ты посмотри. Слушай, ну, тут уже хорошо. Тут уже очень хорошо. А? Как я им сейчас? Надо снайпера, наверное. Нам надо снайпера с вами, друзья мои, призвать. Пускай снайпер будет... Ну, снайпер! Отлично. Блин, да они задолбали, эти прыгунки. Они не дают мне... Да чтоб тебя! Ай-яй-яй, как некрасиво поступает он. Пожарный мой там наяривает, да? Давай-давай, родной мой. Бомби... Ах, они замораживают, ты понимаешь? Они замораживают. Ладно, сейчас мы еще с вами попробуем вызвать. Слушай, давай так попробуем сделать. Слушай, ну смотри, наш стрелок, по крайней мере, уже не так быстро, друзья мои, падает, погибает. Все-таки может дать небольшой отпорчик. И мы прошли на 3 звезды. Ух! Я, правда, боюсь представить, что у нас там дальше будет. Так, друзья, я все-таки гляну рекламку, с вашего позволения. Мне нужны вот эти вот 100 голды. Так, ну что, я получил деньжатки, да? Ну, на карту ты вернешься или нет? Так, забираем здесь реворд. У нас, кстати, 825 монет. Слушай, я же могу, по-моему, прокачать нашего вот этого, да? Да. И как раз у него... А, 7-й только лишь уровень будет. Ладно, фиг с ним. Этот парень все равно нам... пригодится, друзья мои, он очень сильно нам пригодится. Без него, так сказать, мы не сможем ничего сделать. Это наша основа. А почему здесь, друзья мои... А, все нормально, я подумал, что здесь пустые ячейки. Ну что, миссия 3-9. Фух, поехали. Так, тут у нас удачка будет разыгрываться и какой-то укольчик. Ну, посмотрим, какие здесь будут у нас монстры. Опа! Погоди, слушай, друзья, это бред какой-то. Погоди, а как я, интересно, должен был среагировать, если они сразу же тут прыгнули? Что это за бред вообще, бредятина какая-то? Да, слушай, тут... Так, ладно, пожарные, давай, пошел, гоу. Оу. Псы еще бегут. А это электрические пески, это те не просто так. Они сейчас тут быстро раскромсают. Эй, и сосисоны у меня закончились, да? Так, тут еще идет чувак с бомбой в груди, так скажем. Ну ладно, давай попробуем, я не знаю, может оглушить маленечко. Так, там прыгун, друзья мои, опять. Так, впадай в ярость, хорош тут уже на них любоваться. Так, этого взорвем. А я пока пожарного вызову. Так, я вот там оглушу его. Слушай, ну здесь очень хорошо помог нам. В той миссии, да, нам очень неплохо помог снайпер. Давай. Ох, отлично, отлично у тебя получилось, кстати. Автоматчик, очень хорошо. Так, песики, вы нам здесь как бы не нужны. Давай, бомби. Опять эти ползут. Смотри, сейчас... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что ж вы, ироды, делаете? Ну, хотя бы так. Хотя бы, друзья, так. На 3 звезды ясен перец, мы с вами не тянем, как ни крути. Нам бы вообще пройти бы этот этап. А там уже дальше... Нет, хотелось бы, конечно, разобраться, как я должен был среагировать. Они вот здесь вот вдвоем появились. И сразу же, как только я начал играть, прыгнули на мой самолетик, да? То есть я в любом случае... Ну что... Что я должен был там сделать? Я не знаю. Ладно, друзья, это уже как бы другая история. Будем потом пробовать. А сейчас мы с вами вот это все забираем. Ух ты. Сколько я горючки трачу. Так, спасибо за ящик фиолетовый. Это шикарно, кстати. Так, погоди, куда ты? Дорожка идет. Так, уже 3.11, да, миссия? Фух. 3.10, друзья мои. Грибок и Библия. Поехали. Будем смотреть, кто здесь у нас. Так, снежочек. Снежочек, это неплохо. Прыгунков пока нету. Пока нету. Что-то выжидаем. Блин, вон они там поперли, друзья мои. Они поперли. Ну, естественно, я начну, наверное, с пожарного.
Пожарный пойдет, начнет, естественно, переключаться вот на этого ханорика, 100 пудов. Попробуем. И вот сюда, если я вот горючечку разолью, вот так вот. Тихо ты! Вот он, ребята, этот подрывник. Давай теперь автоматчика возьмем. И этот прыгнет, в принципе, на автоматчика. Сейчас я хочу поджечь вот эту вот лужу. Сейчас убьем его только здесь. Ага. И вот эту вот лужу надо обязательно, ребята, поджечь. Вот так вот. Пускай он там горит. Ай! Смотри. Да ёпарсете! Снайпер. Снайпер не справляется, друзья. Не справляется у меня снайперочек-то, мой родной. Слишком долго он там перезаряжает, ё-моёшечки, а. Ладно. Воу, 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 бумс. Да. О другом я даже и мечтать не мог. Ладно, хорошо, подорвали, да, все-таки мне моего снайпера бедного, несчастного. Самое противное, что, друзья мои, они замораживают, понимаешь? Они вот замораживают моих юнитов. Дай-ка я его оглушу. Ха, он же хотел подрыгнуть, ты видел, да? Он уже навострил свои прыгунки, но не тут-то было. Ага, солидно получилось. Давай-давай-давай-давай-давай, расстреливай. Давай еще снайпера призовем. Так, пожарный. Уже, в принципе, друзья мои, готов к выходу. Снайпер, почему ты не бомбишь? Вон там в ушанке эти дятлы идут. Че ты не бомбишь? Куда ты там уставился, я не могу понять. Сейчас прыгуны пойдут. Друзья, надо как-то оглушать их. Я оглушил вроде бы, да? Пс-с-с. Ну, кто бы мог, блин, сомневаться, друзья. Ну, кто? Ну, я прошел, тем не менее. Ладно, хорошо, на две звезды. Фикушки с ним, фикушки. Не будем мы смотреть тут с вами рекламу. А у нас... Погоди-ка. Мне показалось, что... Погоди, что они мне хотят показать? Ну, это понятно. А здесь-то что они мне показали? Тут пройдено, тут... По идее, я должен уже, ну, как бы, доступ у меня в Каир должен быть. Да, друзья? Должен быть, но его почему-то нету. Угу, давай-ка глянем, что у нас с вами здесь. Странные какие-то штуки. Так. Горючки еще 10 штук. Оу. Да я богат. Так, друзья, можно вот здесь вот что-нибудь поставить? Что тут? Что тут написано? У меня не хватает деталей, да, которые бы я мог сюда поставить. Ага, понял. Так, это все понятно. Сюда можно что-то новенькое поставить. Power Up на 100% повышается. Ну, это типа берса, берсеркера, да? До 9 уровня 1500 голды нужно. И тогда у нас... Chicken Fly Cage будет 9 уровня. Но это, в принципе, сейчас не актуально. И я лучше все-таки попробую пройти миссию 3.11. Давай, поехали, глянем. Пока у нас все проходится, надо пытаться. Смотри, друзья, опять этот охламон рядом. Будет прыгать, нет? Пока стоит на месте. Ладно, хорошо, мы тоже с вами будем стоять на месте. И что? Вызывать, наверное, пожарного нам придется в первую очередь. Так. Что-то тут какая-то возня начинается. Мне это не нравится, друзья мои. Не нравится мне это вот эта вот возня. Мне пришлось так сделать. Ух, как я их сейчас накрыл, а? Медным тазом-то. Так, пускай эти псы горят в аду. Да что тут происходит, эй? Щеглы! Ну, давай, автоматчик. Расстреливай. Так, опять этот охламон идет, прыгун, а? Ну, пса-то расстреляли. Молодцы, отлично. Смотри, что сейчас будет, а? А если я его так вот... Я его хоть оглушаю вообще? По-моему, я нифига его не оглушаю, друзья мои. Ну, пса-то... Вот, фу ты, ё-моё. Блин, пугает меня только лишь. Так, я могу гранату бросить? Так ведь? Куда ты бросил гранату? Слов мне... У меня нет слов, друзья мои, что тут творится. Так... Псина бежит. Бежит, друзья мои, псина. Еще одна. Да чтоб тебя. Ты посмотри, как все здесь. Да ну, друзья, да ну. Это бред какой-то. Как эта вонючая псина смогла забомбить, ты понял? Моего пожарного просто разбомбило в хламину. Что это? Что вообще за дела такие? Ну-ка давай, впадай в ярость.
О, по красоте. Так, расстреливай. Там нет никого больше таких из жестких там прыгунов или еще что-нибудь в этом роде. Вы заметили, что не дают нам сосиски и голду, как раньше вот. Слишком часто этого, как говорится, барахла давали, а сейчас не дают. Так, пока тишина. Друзья мои, пока тишина. У нас шанс пробиться. Так, не идет никто? Нет, пока никто не идет. Слушай, а давай тогда вот этих малолеток вызывать. Пускай идут. С ножичками бомбят там. Так, тихо, тихо, каратека, да? Ага. Минусанули. Ну, в любом случае, три звезды нам не светят, но уровень этот мы с вами пройдем. Хм. Самое сложное, я вот смотрю, друзья мои, это первая волна. Вот как только вот они появляются, да? Потому что дальше все идет как-то намного попроще. Так, что-то тут слишком много горючки я трачу, друзья мои. Очень много горючки приходится мне. Ой, тихо, подожди, подожди. Три... Ага, 3.12, а тут 3.13. Так, и здесь 200. Ну, я думаю, что пойдем, конечно же, вначале на 3.12. Почему здесь он моргает все, а? Видите, ребята, вот как бы Каир, он загорается, но не открывается. Неужели так разработчикам тяжело? И, может быть, эту игру делает вообще один человек? Тогда я еще могу понять, но все равно слишком долго он как-то делает дополнительные уровни. Что? Ёлки-палки, это что еще за паук? По-другому не называть. Это какой-то паучелло с миниганом на спине. Твою же маковку, а. Друзья, я не знаю, что тут у нас. Так, Немезис это такой, да? Экстремальная машина для уничтожения. Уничтожает абсолютно все. Стреляет ракетами по вражеским целям. Ракетами. Вы прикалываетесь, что ли? Ну, проверим. Точно, друзья мои, он бомбит еще ракетами. Да успокойся ты там, бубнилка. Да как я тут... Друзья мои, у меня тут кто-нибудь... Угу. Ох, ребятулечки. Я могу вообще его оглушить? Так хоть как-нибудь. Не подвергается оглушению. А если вот так вот... На! Гори, упырь. Да. Слушай, друзья, тут только пожарный мне поможет. Только здесь пожарный, потому что он хоть как-то от этих... От ракет защищен, да? Ну, посмотрим, как он в ближнем бою хотя бы. Ну, как? Ох, ё-моё, суператаку применил. Так, откат, слишком длинный откат. А как вот этот чувак будет себя чувствовать? Ну-ка, против ракет. О-о-о, валенок. Валенок, по-другому не назвать. Ну, ну как ты хотя бы бьешь-то? Как ватник. Что идет как ватник, что бьет как ватник. Успокойтесь вы нафиг, а. Так, нужно... Нам нужно вызвать с вами девчулю, которая будет сейчас поджигать вот эту вот мазутную лужу под этим охламоном. Давай, ать! Вот так вот. Пускай горит, хмыреныш. Слушай, ну это жестко, я считаю. Вот. Ты прикинь, он... Сейчас у нас еще и волна здесь наверняка. Оу, прыгунки. Сейчас друзья будут прыгать. Сейчас будут прыгать. Хотя нет, они прыгают только лишь на стрелков, так ведь? Так. На, ты успокойся. Фрутенднат. Твою же налево. Ну, если я, например, вызову стрелка. Не надо вызывать стрелка, его сразу распетрушат, друзья мои. Сразу же распетрушат его. Могу только вот так вот попробовать. Могу только вот так вот попробовать. Да на кого вы переключите? Давай вот этого вот охламона. Бомбите, бомбите, бомбите. Ну. Пожалуйста, ну, давай, 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 ну как сказать, изи? Он все, ему пушку сломали, он просто стоит и исчез. Да, вот такой, друзья мои, паучок был. Но тем не менее мы справились, да? Причем на три звезды, что ли, да? Или, фу.
Это круто. Это круто, на самом деле. Ну что, друзья, у нас, по-моему, там... Я новый уровень получил. Хи-хи-хи. Chicken back. Так, что у нас тут за... Ага. Тихо, подожди, подожди. Дай-ка я... Три атаки, да? Сталинград, 200 опыта. Так, друзья мои, у нас с вами 3.14 миссия и 3.13. Так, подожди, кто тут еще? Ух, еще один сундук заработали. Я думаю, что сходим с вами, наверное, на 3.13. Давай посмотрим, что у нас тут за враги. Твою же маковку, этот хмырь мне знаком, друзья. Этот хмырь мне знаком, будет вызывать скелетов, да? И плюс ко всему прочему, наверняка придут прыгунки. Песики наши любимые. Если их можно так назвать, любимые, блин. Дай-ка я брошу гранату. Горите в аду. Так, друзья мои, опять идет прыгун. Опять идет прыгун, я не знаю, тут мне придется и с прыгунами справляться. И вот с этим вот аглоедом. Как-то тут слишком уж... О, тут еще и чуваки, которые у нас бросают коробки. Вот что я тебе хочу сказать. Не все так просто, оказывается. Так, что у нас тут за новый враг? Ну, да видели мы его, никакой он для нас не новый. Хорошо забытый, старый. Можно так, наверное, назвать, да? Так, давай-ка ярость активируем. И нам нужно, друзья мои, поджечь вон ту вон противную лужу. Понимаешь? Нам нужно ее поджечь. Во что бы то ни стало. Для этого нужно бросить как-то гранату. Все, загорелось там, да, все? Отлично, по красоте. Но теперь-то я думаю, что все будет найсово. Давай, 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 бочку сюда вот так вот. Чукс. Блин, потухло все, да? Не вовремя потухло. Сейчас мы это подожгем. Поджег твою маковку своего же этого пожарного. Уничтожил. Так, давай, ребята, валим, 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 валим. Отлично. Этих не подпускаем. Кто мне нужен? Мне нужен пожарный. Один идет. Давай тогда вот этих, наверное, вызывать. Маленьких. Три звездочки там светят? Да вроде бы как светит. Слушай, а почему я не могу накопить 100 энергии? По идее, надо. У меня же здесь... помните, раньше был скилл такой. На него кликаешь, и врагов мы могли сдувать вот этими пропеллерами. Почему-то сейчас этого скилла нету. У нас 99 энергии, и выше мы просто не можем с вами получить. Это бред. Это недоработка, по-моему. Да, друзья. Три звезды. И это круто. И это очень крутенько. Ну что же, что у нас тут с вами? 3.14, я так понимаю, это последняя, что ли, миссия? Да? Или нет? Пока не проверишь, как говорится, не узнаешь. И я, естественно... Да ё-просоты, не было печали. Опять ты засранец мелкий. Со своими скелетами, да? Со своими скелетами, друзья. Так, ну... Так, псина еще. Хорошо. Хорошо, друзья, я, если что, буду вот эту вот стопроцентную атаку, это берс, да, типа берсеркер у нас такой становится. Так, давай, наверное, начнем, ну, брось свою бомбочку эту. Все, да, горят? Вроде горят. Ну, давай, 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 так, тут что-то дофига вас всяких охламонов идет. Этих валим. Снайпершу давай вызовем. Пускай нас будет прикрывать. Так, здесь, друзья мои, я все залью. Круто. Вот сейчас снайпер сработал вообще на 100%. Смотри, как получается. Ай, по красоте. Ой, бумкнул, так как замечательно. Так, сосисон. Все, что хочешь. Все для нас, друзья мои. Все для нас. Я еще туда гранату. Та-дэйч. В хлам их всех. У пожарного, конечно, здоровья очень мало, но там еще один идет. Эх, чуть-чуть не хватило, совсем чуть-чуть не хватило. Ладно, родные мои, вызываем малышей. Что ты? Что ты делаешь? Ты смотри, что там происходит, друзья мои. Там идет очень много противников. Я еще одного снайпера, с вашего позволения, призову. Так, пожарный здесь должен справиться. Пускай даже один, но он должен разбомбить. Слушай, неплохо, неплохо у него получается. Да, но три звезды не светят, мы получили с вами урон. Правда, я не помню когда, но вот видите, у нас самолетик с вами почему-то дымится. Подкову получили. Слушай. Ага.
Так, ну тут мы... Спасибо за 100 монеточек. Что? А, у меня, друзья, закончилась горючка. Слушай, ну я так понимаю, что... Скорее всего, здесь, ну, может быть, максимум одно задание осталось. Это максимум. Может быть, два. Так, у нас нет... Может быть, вот здесь нам выпадет горючка? Кто его знает? Давай посмотрим. Да, нам 10 горючки выпало, и, значит, мы продолжаем с вами. Никуда не уходим, а продолжаем, друзья мои. Так, что-то тут 3.15. Скорее всего, вот это у нас заключительная миссия в Сталинграде. Да я ПРСТ-шечки-то. Вот этого чудика тут не хватало только. Син. Новая вариация Немезиса. Новая вариация Немезиса. Ну чё, на... Блин. Я не знаю, друзья, по идее надо выходить, поджигать эту лужу чертову, да? Если успеем. Бросай. Вот так вот. Ай-яй-яй-яй-яй, как же жестко-то, сколько у вас тут много всяких упырей идет. Может быть, автоматчика призывать, ну хоть как-то будет помогать. Хоть как-то, друзья мои. Что там, сосисон выпал. Давай в ярости бомби по нему. Смотри, что творит, а. Смотри, что творит. Ой-ой-ой-ой-ой, больно было-то сейчас. Давай бросай гранату туда, прямо в эту кучу. Фу, смотри-ка, мы с вами быстро разобрались. Видимо, там к чертовым бабушке все повзрывались, да, поэтому... Давай-давай-давай, перезарядка у тебя слишком долгая, красавица. Слишком долгая перезарядка. Не надо так больше делать. Хорошо? Бомби их просто на ура. Вот я, вот снайперша, да, снайперша это вообще имба. Пускай она стреляет очень реденько, но если она бомбит, то тут, извини меня, тут уже опять прыгуны ползут. Друзья мои, опять прыгуны ползут. Поджигаем землю. Поджигаем землю здесь как можно быстрее. Да взорвитесь вы там все к ядрене фени-то. Фух. Так, пожарный. Ты, главное, не дуплись. Ты хоть... Давай второго вызовем с вами. Слушай, по-моему, повреждения мы не получали, да? Есть шанс на 3 звезды, но, опять же, все может измениться в любую секунду. Я не могу понять, почему мои вот эти вот гаврюши, блин, не бомбят. Ну, вон, идут же охламоны. Почему они стоят и лыбятся, блин? Ну, вот стоят и лыбятся просто-напросто. О-хо-хо-хо-хо-хо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, что же тут происходит-то, друзья мои? Граната полетела. Вот, видите, вот теперь я могу их сдуть. А до этого почему-то не мог. Что, там еще и босс идет, ты прикинь? Ты прикинь, они еще и босса сюда умудрились позвать. Что делаем тогда с вами? Я не знаю, давай так вот попробуем. Так. У барышни нету, да, больше пулик. Она бомбануть-то больше и не может. В принципе, вот если так только. Сейчас попробуем гранатку бросить, друзья мои. Попробуем гранатку бросить. Снайпер снес. Вы видели, что он сделал с этим, с генералом, с зомбарей? А это еще откуда встал? Подожди. Вот это что за хм... Что вот это такое тут появилось? Такой радостный откуда-то вылез. Я даже не понял, откуда. Но, тем не менее, друзья, мы прошли. Да, и я хочу сказать вам, что это действительно была последняя миссия. Но единственное, что у меня не пройдено очень много миссий на 3 звездочки. Но это уже, как говорится, второстепенное дело. Нам теперь нужно дождаться Каира. И у меня просьба к нашим ребятам, которые следят за этой игрой, периодически заглядывать. И как только вы увидите, что Каир доступен, сразу же пишите мне. И мы с вами, естественно, продолжим играть в эту игрушечку. Ну, а с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.